и не болит душа моя. На этой сцене был талантливейший исполнитель романсов Евгений Даль. Он нам знаком по таким, безусловно, великим произведениям, как «Клен ты мой опавший», «Не уходи, побудь со мною». Его голосом звучали романсы и на стихи поэтов Серебряного века. «Я стоял позабыт и толпою сокрыт, ты без мысли смотрела вперед, и чиста и нежна, а внизу у окна вокруг меня волновался народ». Это, как мы помним, небезызвестный нам Александр Александрович Блок. Я вынуждена сказать, что наш вечер облагороженных сердец подходит к концу. Но потеряно не значит утрачено. И конец — это еще не абсолютное расставание. Ребят, вы меня простите, пожалуйста. Я тут уже 1:20 перед вами выступаю. Вы можете меня послушать? Просто 2 минуты. Можете? Бывает так, что мы не обращаем внимания на то прекрасное, что мы злимся. Мы перестаем слушать и слышать друг друга. Жвачку будешь? И в конце концов наступает слепота. Одна единственная. Вот тот, кто видит прекрасное, он уже не может не помогать. Он не может не любить, потому что мы люди. Это чрезвычайный дар, способность чувствовать, способность рефлексировать, любить. О, нет, не здесь. Ну, давайте же видеть прекрасное. Ведь это же так... Так хорошо. Слышь, как думаешь, у меня парень есть? А у тебя парень есть? Красавчик. Close your eyes and see the picture perfect life inside of your mind, dreaming only of the days ahead. Wanted and wished for more than now, all the days behind, you waste your time. The picture makes they promise that let sad be broken. The picture makes they promise that flesh. Let sad be broken. You wanna be the one made of a beer on fold enough to and supermarket. Beauty in a battle queen who one day graced a checkout counter magazine front cover. Though the fine print reads, the picture makes they promise that flesh, let sad be broken. The picture makes they promise that that sad be broken. That sad be broken. Broken. That sad be broken. Broken.
life is never what you wanted. Not even halfway, no more, just tarnished and soiled. When in your reach, in a frozen moment, so far from perfection, our truth, our transcendence, will set you free. Still you don't believe the picture makes they promise that flesh lets that be broken. The picture makes they promise that flesh lets it be broken.